Все, я больше не буду стоматологом. Еще раз. Твоя работа. Ничего не решил. Опять двойка. Я и так все знаю. Пойду работать доктором. Стоматолог Андрей. Доктор, к вам можно? Конечно, дорогой. Доктор, у меня зубик болит. Сейчас разберемся. Готово, дорогой. Да у меня же не тут болит, а тут. Упс, перепутал, бывает. Сейчас я тут вырвем. Готово, дорогой. Ах, вот ты где! Все, я больше не буду стоматологом. Лучше я буду детским врачом. Доктор, к вам можно? Заходи, голубчик. Что вас беспокоит? Доктор, что-то у меня животик болит. Ну, давайте осмотрим. А ну-ка, покажите руки. Все понятно, сладкое кушал, немытыми руками. Покачайтесь. Пойдем, любимая. Ну, ты давай, иди мой руки и больше грязными руками не ешь. Хорошо. Что, ешь конфету, которую тебе дали немытыми руками? Теперь у тебя будет живот болеть. О-о, что же я наделал? Да отстань ты от меня! Все, понял. Эх, не получается у меня быть доктором. Пойду учиться в школу. Можно я буду с вами учиться? А вот это правильно.